На кондитерской фабрике в поселке Шексна открылся новый цех вакуумной сушки. В нем сейчас налаживают производство натуральных сладостей. Мы открыли новый цех по переработке ягод и фруктов. Это цех сублимаций, или также называется лиофильная сушка. Суть всего аппарата – это вакуумная сушка посредством глубокой заморозки продуктов и преодолевания жидкого состояния воды. То есть лед, который находится внутри ягод или фруктов, он сразу же превращается в газ и за счет вакуума выкачивается из ягоды. Благодаря такой технологии ягода сохраняет и форму, и вкус, и все полезные микроэлементы. Часть ягод и фруктов планируют использовать в кондитерском производстве, добавляя в конфеты. А другую часть сразу как конечный продукт в виде сухих снеков. На продажу пока еще продукт не поступает, но в ближайшее время мы доработаем уже упаковку, конечный вид и будем это все продавать в нашей области как минимум. Хороших вам новостей!